Шиника, но сегодня поединок с питерским «Динамо» проводил не он, а Иван Лущик, поэтому Лядник, можно сказать, что на второе звено на льду. Я так смотрю, 63-й Игорь Ус, 20-й Владислав Буйко и 60-й Данил Амилюсик. Сейчас бросок перекладин, добивание могло быть Уса, но он не попадает. Он не смог отправиться с командой на выезд. Сейчас момент хороший у Сазановича, и играют команды в этом матче. По три периода по 7 минут. И 2 минуты у нас дается на перерыв. Если играют в ничью, то вот это третья тройка. Сазанович, Карпович и Ковгореня. Ух ты, момент у Ковгореня был хороший, как помогает Ковгореня. Но вот сейчас Ковгореня вошел в зону. Какие финты хорошие. Ковгореня даже бросает на боков на месте. И придется возвращаться с первого звена. То получается, что пропускает последняя тройка свою смену. И первую шайбу пропускает этого эпизода. Вот как раз таки. И он, длинная передача вперед. И от праворукого на хоккеиста бросок в ближний угол не потащил Зинадин. Хотя, мне кажется, Илья Гаврилов там уже передачу. Делаем смену пока. Рогач подбирает шайбу в своей зоне. Здесь скидка, но... Да, здесь со входом в зону проблем, наверное, быть не должно. Хороший момент какой! Забрасывает Егор Клавдиев. А, вы посмотрите, как накрутил соперников. Полез там чуть ли не на всю тройку. Обыграл. Смотрим повтор. Да, здесь на входе в зону. Но здорово разобрался и с Фигуриным, и с его партнером Кузьминым. Но надо сказать, что не очень. Буйко. Перехват в средней зоне. Вот здесь потеря. Надо дорабатывать. Ус из-под него бросок наносит своими силами. Амилюсик находит передачи Карповича. Тот бросает на месте Набоков. Но Карпович первый в подборе. Неплохо передачу делать на партнера Бучельников. Смотри, что творит этот парень. И броска блокируется защитником. Да, здесь первый в подборе россияне. И они же, похоже, сейчас будут атаковать 2 в 1. Да, здесь на возврате работает Васютович. Но проходит передача. Зинадин намерил себе через плечо. Ну и все-таки надо сказать, что, скорее всего, поплатился за это. Мечков. Мечков бросает. Зинадин выручает свою команду. И они продолжают владеть шайбой. Неплохо сейчас момент какой. Зинадин на месте. Добивание. Мимо цели проходит шайба. Здесь уже надо отбивать. Да, получит здесь штраф наш игрок за удар клюшкой. Получил передачу. 2 минуты. Ну, не 2 минуты, а булит, конечно же. Да, ну и Семен Синяткин исполняет этот бросок. Посмотрим, как у него получится. Хорош Зинадин. И шайбу он остановил. Да, мне кажется, там Синяткин в ворот это не особо попал. Посмотрим сейчас на повторе. Да, но с одной стороны, с другого стороны периода по-прежнему россияне в атаке. Здесь Зинадин на месте и уже подбираем его ситуации. Россияне. Кто это так здорово шампион? Это Точилкин еще и передачу какую выдал. Не сумел забросить в этой ситуации. Мамаладзе даже 33-й номер российской сборной. Мамаладзе пока довольно спокойно. Ой, здесь как обыгрывает Точилкин. И защеленную передачу на Мамаладзе дает. Здесь шайба мечется по пятачку. Еще один бросок. Круто на данный момент достигнуть. А вот тут опасный момент. Карпович забивает. Карпович 2-1 делает счет. Защитник екатеринбургского авто и молодежной сборной Беларуси. Смотрим повтор этого эпизода. Да, была наша атака. Не получилось Карпович принять шайбу и бросить. Но вот здесь не самая лучшая передача от Варлакова, которую, собственно, Карпович перехватил и наказал россиян за это. Да, пытался здесь на боков помешать Карповичу, но не проблема. Точно получил. Лой. Ох, неплохо. Так как сыграно. Стасенко на Васютовича, на боков. Так, россияне на время. 15 секунд у них еще есть. В принципе, у нас тоже. Но пока они в атаке. И от них, наверное, мы пляшем. Бросок на месте Зинадин. И за 7 секунд. Нет, все-таки время-то останавливается. Да, совсем было бы маловато играть ребятам. Тут небольшая пробка сейчас отпускать Джерси Карамыслова.
Ну и пока у нас здесь небольшая заварушка, смотрю я в нашу трансляцию, 67 лайков у нас. И давайте до 80, наверное, добьем, да? Тут всего лишь эту потенциальную помножил на 0. Снова Мечков. Матвей ищет возможность. Ой, как обыгрывает ты Мечков. А бросать будет? Да, будет бросать, но Зинадин на месте, и там снова штраф для одного из наших игроков. Ведущий на арене просит шайбу. Мы-то будем надеяться, что Зинадин против Зинадина. Один из лучших российских проспектов против одного из лучших молодых вратарей Беларуси. Нет, все-таки Мечков переигрывает Зинадина и делает счет 2-2. Смотрим. И Булит, да, вот он. Показал, что Булит вообще не реализовать не смогли, но вот со второй попытки уже оказались удачливее. И снова перехват в средней зоне. Это Точилкин. 3-2 выводит вперед сборную России. Да, не очень хорошая получилась передача. И Точилкин на этом встречном движении даже никак не подстраивался под шайбу. Просто постарался действовать с позиции первого номера. Дериба, какой незрячий пас. И выход 1 в 0. Снова Точилкин из-под ноги бросает. Зинадин на месте добивания. Здесь Макса. Вот здесь вот такой незрячий пас. Да, красиво выглядит, но очень рискованно было. И тут Точилкин уже покуражился, но Зинадин красавец на этот момент нейтрализовал. Смотрим повторы вот с этой камеры. Да, возможно, Точилкин уже забил сегодня, поэтому так немножечко пытался обыграть Кузьмин. Не получилось. И вот здесь уже Амилюсик. Амилюсик с Буйко. 2 в 1 выход. Амилюсик, пас на Буйко. Обратная передача. Не очень хорошо дошла. Ну вот Бучельников говорил о том, что очень перспективен. Но он уже имеет опыт игры в КХЛ. 8 матчей.